Хотела сказать тебе спасибо, жеребец. Извини, что под конец стала лазерами бабахать, просто давно уже не испытывала, ну... Эй, чересчур много интимных деталей. И хорошо, что чересчур. У нас все должно быть чересчур. Рано или поздно они нас прикончат. Так что пока надо ловить момент, хватать быка за яйца, ковать железо и делать из него парные кольца для сосков. Я тебе говорю, живи быстро, умри молодым и забери с собой побольше солдат Тесс. Нет, мэм, я собираюсь выжить. И ты тоже. Не надейся, мисс Оптимизм. Делфин, прошел слух, что Десс наращивает присутствие в районе фонарей. Что-то там их очень сильно заинтересовало. Значит, мне туда. Недалеко отсюда как раз есть мост. Потрясающе, телефонная конференция. Привет, Проныра. Абигейл, ты забыла упомянуть, что Десс обрушил этот мост, как и 520-й. Слышь, бессильный, не построили и не сломали еще такого моста, по которому не пройдет проводник. Имеет смысл попробовать раньше. Ну, похоже, теперь ты в надежных руках. Можно не волноваться. Знаешь что, позвони мне, как доберешься. Как ты только его терпишь? Он за квартиру платит. Я к мосту. Вот это зря! Сейчас будет круто! Автоматические пушки? Ну так нечестно! Ага, их ахиллесова пята – это задница. Ха, я в тебя верила, Дел. Надо по этим пушкам сзади бить. Ого, ничего себе пролом. От машины тут толку мало, хотя сойдет за трамплин. Что, надоело за своими игрушками прятаться? Слышь, Проныра. О, черт. Мадам, у вас башню сорвало, вы в курсе? А, ты меня узнал? Как же, как же. Это ж вы взяли меня на месте преступления и потом просто отпустили. А ты изменился? Это вы про дым? Ну да. Говорят... Ты освоил новый трюк? Пополняешь арсенал? Не знаю, откуда такие слухи у вас. Я рядовой владыка дыма. Посмотрим. Ну, пока что я ничего не ощущаю. Thank you.
Ух, какой здоровый! Что-то они становятся все больше и больше. Немножко приврал насчет неоновой штуки, но я могу нам обоим сэкономить время. Мне всего-то надо перекачать из вас немного силы. Ты хочешь взять у меня мою силу? Но мне ж не надо там мосты топить и все такое. Я хочу вытащить из моих друзей бетонные клинья, да. И больше я никогда не стану вас беспокоить. Есть идея получше. Когда ты в своей лачуге, от тебя нет никакой пользы. Оставайся лучше здесь, со мной. Не, моя идея получше. Делсин. Ты разочаровал меня. Нет! Не смотри вниз, не смотри. Ладно. Район фонарей. Сюда-то я и шел. Просто не спешил. Извини, лысый.